Яйца – лучший источник белка. Яйца – это один из самых полезных продуктов питания. В них высокое содержание железа, аминокислот и антиоксидантов. Тем не менее, вы должны всегда выбирать органические яйца, поскольку они богаты питательной ценностью, но при этом не содержат гормонов и антибиотиков. Наше тело производит 11 незаменимых жирных кислот, которые необходимы для правильного функционирования организма. А яйца содержат остальные 9, которые также нам необходимы. А именно, по данным Центра здоровья, нехватка в организме этих 9 основных жирных кислот может стать причиной хронической усталости, нездорового состояния кожи и потери волос, а также ослабления иммунной системы. Таким образом, регулярное употребление яиц обеспечит следующие преимущества для нашего здоровья. Яйца укрепляют иммунную систему. 1-2 яйца в день могут помочь вам бороться с различными инфекциями, так как яйца богаты селеном, важным микроэлементом для нашей иммунной системы. Яйца уменьшают стресс и волнение. Яйца содержат незаменимые аминокислоты, которые способствуют психическому здоровью, способствуют выделению серотонина, нейромедиатора, отвечающего за расслабление, спокойствие и хорошее настроение. Яйца способствуют укреплению зубов и костей, являются лучшим источником витамина D наряду с солнечными лучами. Этот витамин имеет решающее значение для роста и развития костей и зубов. Кроме того, этот витамин вызывает поглощение кальция, который необходим для правильного обмена веществ, хорошего пищеварения и здорового сердца. Также яйца повышают когнитивную функцию, содержат холин, соединение которое полезно для мыслительного процесса. Согласно исследованию, дефицит холина повышает риск развития деменции, неврологического расстройства, болезни Альцгеймера и когнитивных нарушений. Улучшают состояние кожи. Также высокое содержание различных витаминов, полезных для быстрого роста волос, хорошего состояния кожи и зрения, а также для правильного функционирования печени. Яйца особенно богаты витаминами В2 и В12, и исследования показали, что комплекс витаминов В имеет решающее значение для правильной работы когнитивной функции и здоровой нервной системы. Яйца стимулируют потерю веса, обеспечивают чувство сытости, поэтому они идеально подходят для завтрака. Они помогут снизить аппетит и риск переедания. Согласно исследованиям, люди, которые едят яйца на завтрак, потребляют меньше калорий в течение дня. Яйца полезны для хорошего зрения, включают в себя 2 антиоксиданта – лютеин и зеаксантин, которые улучшают зрение. Кроме того, они снижают риск развития глазных заболеваний, таких как катаракта и дегенерация желтого пятна. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья!